What's up, guys? We are in the St. Petersburg. A pretty nice place. You will see this right now. Серьезно, да? А можно было нажать? Она ее заклинила. Вообще кайф. Так даже сухонько, немножко в воздухе. Блять, у меня чалфата заворона. Такую снимали, когда вторую часть, у меня звуки кончилось просто. Когда Егор родился в 2014 году, я поехал делать ему регистрацию осенью, как раз, в ноябре. Полгода он поехал. Я ходил, снимал, я как раз только купил тогда зеркал, какое-то видео было снимал. Ходил, снимал, потому что я делал все время, знаешь, акценты там на обувь, на машины. Ну, типа, ну, что было, как было. Ну, типа на мелочи, что было актуально в 2014 году, потому что явно я это буду смотреть, ну, блин, не раньше какого-нибудь 2030-го. Но я еще не смонтировал это все, оно так и лежит 4 дня. Вот в чем, знаешь, в чем прикол? Take it easy, ты, знаешь, не напрягайся. Но take it easy, типа, ешь и не напрягайся, это игра слов. В Америке тоже часто так играют со словами. Эти молодцы, а может, мы где-то посмотрели эту игру, а может, сами придумали. Да, когда нет дождя, он прям даже красивее. Он даже светлее как-то, и стены вот эти более желтые. Ну, видишь, вот и стоит девчонка, что она не могла одеться, блин, просто, блин. Пуховик и шапку, ну, же она выбилась. Чупсы не достала, чё. Я вчера в окно смотрел, вообще не было обычных людей, вообще. Ну, правда, поздно уже было, чтобы из обычных людей в такое время ходил. Обычно люди уже пьяные спали дома. И давай учтем, что все люди необычные. Каждый как бриллиант ценен. Хватит. It's a Moscow train station. Ну, только ты им объясни, что это не вокзал в Москве, а это название. Yeah, it's the name. Like, we are in St. Petersburg, and the name of the station is Moscow station. Да. Без дождя получше. Также у Балабанова, вон там вот есть, в конце такая башня на Невском торчит. И вместо купола, такая, ну, шпиля такая,
просто арматура. Она, оказывается, так была всегда, это так изначально задумано было. И он где-то там, вот в районе гостиного двора идет такой, такая толпа, вот, такой час вот, плотно так идут такие, и он там... Как обычно. Да. Брат же тоже сняли там за какую-то вообще копейку денег. Там почти все снимались бесплатно. Одежду, шмотки просто все приносили из дома, снимали на вот этот эпизод, где, ну, где они валили, где куда пришел этот. Наутилус, Помпилус, Кутусов. А. Вот. Это вообще, по-моему, квартира Балабанова, он ее снимал. Там, там все вот, ну, никакую квартиру, ни одну не арендовали для съемок. Это все кто-то из съемочной команды предоставил сам. Понятно. It's the Nevsky prospect. Если ты не знаешь слово по-английски, просто переставляй ударение на первый слог или на слог раньше, чем в русском. И ебать. Почти всегда попадешь. Интим бутик подольше подержал, чтобы вдруг люди смотрят с ослабшей эрекцией. It's a really nice place. Look at that. Марат. Марат там. Не имя Марат, а фамилия Марат. Кто такой, не знаю. Хотел пораньше сегодня проснуться, что, знаешь, в 7, но, сам понимаешь, в 7 тут было бы поменьше людей. Это было хуже слышно, но тут я на скотина спал долго. Как и я. Я сейчас остановлюсь стопудово. Look at those buildings.
кажется, так нормально. Но я не вытаскиваю, потому что вытаскиваешь, начнется шататься, амплитуда. Вот этот стаб, вот тот, который у меня, там крепление под телефон. GoPro, по-моему, ты никак не возьмешь, но на Алиэкспресс есть такие переходники. Такая фигня по форме напоминающая телефон, куда можно. Я понял, фиксируется, да? Да. Он даже не то, что ты его, может, туда засунешь, но он рассчитан на телефон, его вот эти вот. Я понял. Он типа тын-тын-тын. Ну и хотя бы вот можно идти. Он будет по горизонту хотя бы выравнивать. Да, вот это у меня проблема. Честно говоря, не всегда прикольно, но если ты, конечно, заваливаешь прямо и несешь, это фигня. А когда вот это качание, оно даже лучше как-то... Живее, что ли? Да, живее, воспринимается, как будто ты вот сам идешь. Ты заметь, в фильмах тоже очень часто используют вот это вот. Камера дрожит. Съемка с рук называется. Угу. Это тоже там в 20-е годы это придумали. То есть до этого тоже там поставили, снимали. На рельсах, да? Да, а потом кто-то попробовал съемку с рук, и оказалось, это даже круче. Не знаю, когда я в Чикаго ходил, там очень завалено, там прям вот так надо смотреть. Я не выкладывал, но потом выложил на память чисто, чтобы было. Ну там вот так горизонт, просто вот. На шапке вот это, ну, фигня. Я подошел к американцам, говорю, нормально, но я не стал их снимать в упор, знаешь, ну, суспенсы снялся. А говорю, как? Когда нормально? Оно казалось было вот так вот. Но второй раз, когда я уже сам смотрел в небоскреб стеклянный, зеркальный, я уже нормально поставил. Знаешь, что это, Питер, не то, что нету города на одной параллели с ним, больше его, нет ни одного миллионника. То есть на одной Хельсинки параллели. Хельсинки 1250 населения. А, я думал 500 хотя бы. Ну, Мурманск тоже человек там самый большой, там, ну, уже за Северным полярным кругом. Я какой-то фильм смотрел, знаешь, когда с Брэдом Питтом, когда он родился старым и все время молодел. История Бенджамина Баттона, что-то. Да, да, да. И там был момент, когда он жил в Мурманске. А я не смотрел этот фильм до сих пор. И там Мурманск показан, ну, как вот Питер, только с кучей снега. Ну, может быть, дома чуть пониже, но вот в каком-то таком городе снимали. Не в Мурманск. Да, с такими же большими каменными домами. И с автомобилями. Такие автомобили с фарами, там, знаешь, такие, их много, они ездят такие через эти сугробы. То есть не заходили настоящий, можно сказать. Ленятся. Да. Вот там геморрой, понимаешь. Вдруг на улице перекрывать, это туда-сюда. Везде взятки. Еще и не попадешь. И у меня поэтому все настроено, и ничего никогда я не приближаю, не отдаляю.
This is Fontanka River. А ты понимаешь, если бы тут не было дождя, тут бы вообще было 15 миллионов. If you like naked asses, just in case. Богато, да, так относительно. Я помню, ну я могу ошибаться, опять-таки, что зарплаты в Питере были практически обычные, как в стране, еще лет 10 назад или 15. Но не настолько. На порядок. Такая прикольная фраза, на порядок, на закон и порядок. То есть, может быть, средний, два раза больше, чем средний по стране. В Москве в 4 раза больше, по стране. Зафиксировали разницу. А когда я буду негодовать, я думаю, ты догадался. Фердыщенко, что ты негодуешь? А я возмущен. Я не помню, как там дословно, типа, вот Фердыщенко вечно свои ветры пускает. Достоевскому бы понравилось. Особенно про генерала, который помню, помню, как я твою обосратую жопку в этих родниках в Баден-Бадене мыл. Я был никуда в Баден-Бадене. Помню, помню. Там какой-то другой город, я уже не помню. А что взяли? Давай зайдем.
Прикольно. Cinema Center. Аврора. 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 This is the typical St. Petersburg yard. Today is September 26th, just in case. The fall has started. Ну еще так, ну желтые листья, да, но неплохо, по моему мнению. Для города на 60 градусах. Как думаешь, сейчас есть какая-нибудь программа, которая смягчает шаги, потому что у меня на третьей GoPro там прям дух аж трясется, и может быть можно хотя бы на уровень такого вытащить? Только стартер, будет смягчать, по-любому будет смягчать. Не, я имею в виду именно уже готовое видео, которое снято там 4 года назад. Да, программа, которая улучшит уже снятое. Потому что мы неплохо там, ну, поснимали, а оно потом смотришь, аж голова болит это смотреть. Это Екатерина II? Да. Ее фавориты.
Catherine the Great. She liked it to fuck, as I know. But who doesn't? Пойдем. Я сказал, она любила ебаться. Тут я знаю. Но кто не любит? Вот, да, вот это сотки. Это сотки. Со 100 рублей. Нет? Я... Сотка, это Москва. Все, 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 вот все. Этот на альбоме. Питание, там, там, Чикова, прям такой фонарь там есть. Может, это он же? Ну прикольно такое. Ну, скорее всего, театр, потому что он там какая-то афиша внизу висит. Угу. Нет, ты идешь первая туда, я иду туда. Где мы? Про Екатерину ебаться я все-таки записал, так. Запомнил тайминг. Вот. Я понимаю, что ты тоже без хлеба не можешь быть. Я хожу тут, вату катаю. Должен же я как-то обосраться. I like this building a lot. Офигеть, бля, как оно выглядит. Охуеть. Looks fucking great. Я думаю, ближе подходить не надо, оно уже будет сливаться. Угла? Электронный, да. Ну не угла, а насколько ты сместился, как. Понял. Нет, тут это вот. Чисто чтобы это, я не знаю, в бассейн с ней прыгать. Ну да. Как бы. Придумал что-нибудь, что потом тебе топ набило. Загон? Давай загон. Что-то газом воняет вообще. Вентили открыты, наверное. This is how the building looks like from the behind. Gas pipe. From behind, это сзади. Типа здание сзади.
Я конечно попал бы там шведов, не знаю, где сейчас. Че? Вообще можно идти посередине дороги. Ну да. Я просто почему-то хотел одну из сторон снимать больше. Они одинаковые, в принципе. The street is almost empty. I don't know why. He looks ahead. Мы вчера здесь проходили, не помню. Но это было, ну, настолько непонятно, потому что дождь был, и мы обходили всех. Я такой. Вот так, без людей, хорошие тротуары. Ну, для одного. Ну, вдвоем вот так, немножко наискось. Ну, нет, для одного хорошо прям, для одного хорошо. Любили здесь гостей. Клинт, just in case. The guests court. Right now it's a market. Опять, короче, за купеобразную, да? И пойдем опять налево сейчас. Gonna duck under the road. Знаешь, как переводится duck? Утка. Нырнуть. Глагол нырнуть. Упрощенный язык. Я хочу утку с яблоками. Приходит тип, дает тебе яблоки, ныряет с пирса. Ну тут удобно, да? Я имею в виду для маломобильных.
поликлиника, ага. Стоматологическая. Мы только дошли до Зингера, да, впереди? Да. Понял. Ну, там вот наша столовая. Что, мы можем дойти до Зингера, там перейти и вернуться как бы. Ты хочешь пожрать уже? Можно, да? Да, уже можно. Да. Давай, жрём. Просто мы будем дальше отходить от нее, а потом нормальная столовка, хрен его знает, найдем еще. Я понял, я просто думал, их такая большая сеть, что не важно. Ну, я их много видел, конечно. Ну, не так, чтобы вот. Ну, вчера, помнишь, мы сколько прошли, пока она нам попалась. Мы от семьи подошли сюда, пока она попалась. Раз и батарейка скоро сядет, я думаю, одна. Как скоро? Ну так и будет, ну, 15. Плохо большая. У меня 3 по 128. На каждого влазит по 4 часа. Я себе, у меня была 64, я запаривался, я ее, когда в горах катался, все время высвобождал. 2 часа ровно. На новую, да, скидывал. Но я не в 4К, я Full HD снимал. А, понял. Ну тогда побольше, конечно. Вот. Но все равно мне что-то западало это, знаешь, ноутбук с собой вести надо, вот это вот. Нет, 128 сейчас хорошие. Да раньше, несколько лет назад, берешь 128, она не считывается или тормозит, или не находит. Ну, да. Здесь 56, я думаю, хватит точно на весь какой-то курорт. Все, что после обеда должен развернуться на северную. Будет хуже? Ну, по идее, да, должен. Не усилится. Да, тут надо остановиться будет сейчас. Look at this building. Thank you.
почувствовал, как раз вот меня немножко это толкнул. Прикольно, немножко заброшено. О, я даже это забыл, что там, он там. It's a good parking place. I'm joking. Можем вот так, да, кругаля дать? Я не знаю, сейчас заборчики тут стоят. Я тогда приезжал, потом сейчас сверху туда приезжал. Я там был, холодно. Неплохо здесь. Неплохо здесь. Временами даже симпатично. Может вот так один блок, да, пройдем? Так вернемся. Ну, короче, вот так, да. Давай. Вот туда. Давай.
крыши такие, надо ремонтировать. Я думаю, ну... А, я думал, мы поживем и вот так пойдем, нет? The Griboyedov's Canal. Стоит на посадке, проходите, занимайте места. Как-то мы... Да ладно. 40 секунд. Да, местами как-то даже теплые. Да, вот раз за здание там. Ага. Народа что-то нет. Где это слово жило там?
Okay, guys, I'm off.